Сегодня суббота, народу, наверное, много. Но зато у меня есть время. И без любимого роста я не могу. Обязательно загляну. Вот тут все доступно. Все тоже. Парфюмы. Все те же наименования. Но цены доступны. Украшения также. Шляпочки на голову, я считаю, вообще отлично. Вот такое украшение. Сколько же она стоит? $5. Ну что может быть лучше? А, одел себе и погуливай. Ого! Венки-то какие! Серьезные. Тут как-то все подобрее. Вот это чисто осенний вариант. Видите, как красота. $15. Подсолнухи и шишки. Ничего себе придумали. Посмотрите, кто-то замахнулся на такие сапожки. А? Они такие растягивающиеся. Посмотрю свой размер, появилось что-то новенькое или нет. 7,5 размерчик. Ботинки нам не надо, нам только спортивная обувь. Здесь 8. Да. Вы знаете, не всегда вот так удачно можешь. Кто носит шлепки, видите? Томми Хилфигер такие шлепопончики придумал. Без суппорта всякого. Простая. А вон даже туфли. Наверное, вот это модно. Ой, какие тяжелые, боже ты мой. Ну, ничего не вижу. Вообще ничего. Вот эти как под шнурки, но без шнурков. Там его фигер. Интересно, какие-то маленькие. Сеньорка. Сеньорка. Да. Зато теплые накидки появились. $18 вот такие сумочки. Взяла ведь коляску, приготовилась покупать что-то. Ну, по крайней мере, посмотреть. Толстовочки. Завозы начинаются теплых вещей, по которым мы сильно здесь скучаем. Рюкзачки Michael Kors. Ничего, что-то мне так в глаза не бросилось. Приятный вот такой цвет, видите, смолка падает. Ой, а конфеты-то уже, ой, тоже с орешками. Раньше я любила. Роше. Они вкусные. Ой. Это одна большая, что ли, конфета такая. Надо же. Так, что у нас тут? Вот рубашка. Сверху одевать. На маечку. Хороший цвет, кстати. А мне надо экстра. Вот появились накидочки. Вот такой у меня кардиганчик из такого материала. А такая-то коротенькая. Шубейки. И цены, конечно, здесь более-менее. $20 все. Под кожу, видите. Да. Это что у нас? Ларч. Синтепоны. Мне мои кардиганы нравятся. Ну вот этот прям такой теплый кардиган. Можно померить. Мой размер. Прикинуть.
Вроде мой размер, но что-то маловато мне. Накидочка такая. Приятненькая. И длина, и... Как вам? Сумочки. Что-нибудь интересненькое посмотрим. Бэби. Вот маловато, чуть-чуть бы мне побольше. $25. Я же красную отправила дочке. Слишком маленькая для меня. Это слишком большая, это слишком маленькая. Ой, какой бантик у нас тут. $15. Но, как говорится, деловая такая сумочка. Ну, вот красненькая тоже совсем. А что это? Всякие лямочки, кошельки. Остальное все обычное. Ой. Ой, как элегантно. Накидка под елочку. Мешочки. Очень элегантно. Три. Ну да, два сапожка. Вау. И серебряный веночек. Так. Украшение. Ой, а мне надо на Крисмас купить себе накидку на кровать. Блин. Хочу. Забыла, какой размер. Чтоб на всю кровать. 60 на 70. Этикетка оторвана. Буду иметь в виду. Короче. О, красивая. Всего $9. Писали бы, на какой размер. Я тогда вот угадала точно по кровати. А сейчас могу не угадать, не помню. Всего $15. Ну, померяю дома. Мне вообще понравился вот такой вот зеленый. Вот, а маленькая. 50 на 70. По-моему, это просто, знаете, такие накидушечки мелкие. 60 на 70. Померить надо. Ковролины. А вот и подушечки на Крисмас. Для разнообразия. Ну вот с Хэллоуином расстанемся, тогда будем... На Крисмас выбирать. Украшения. Ну, таких, какие у меня, нет. Да, льва нет. Ну, ты мелкий. О, слоники прикольные. Мою золотую коллекцию. И слишком много золота тоже, знаете. $12. Ну, прикольненькие. Вот, видите, золотой дождь падает. Картина. Я тогда все-таки удачно купила картину. Больше пока не вижу. Ничего такого интересного. Так, можно, конечно, в Сочи купить игрушку, но я вам хочу сказать, стоять из-за игрушки в очереди не хочу. Так что обойдется. Сочуля наша прогулкой со мной. Филин. Это что у нас пошли? Теплые пижамы. Прям как пальто. Как пальто. Знаете, когда ничего не надо, ничего и не находишь. Так.
браузинг, как говорится. А, собачки. Платье смотрят. Самое выгодное покупать платье. Это здесь, в этом магазине. На один вечер. И не жалко. Вот видите, с розочкой. Что за рукавчик? А, разрезанный рукавчик. Накидочка из норки. Плиссированная, видите? Платье. Прям такого, чтобы, знаете, что-то интересное не вижу. Вот тут еще интересно, вот эта накидка такая сверху перелина, или как ее назвать, приделана к платью. Ух ты, такое тоже веселенькое платьишко, но короткое. Что еще у нас тут глянуть? Тук-тук-тук. О, плиссированная. Классные. Что, в моде опять, видимо, плиссировка. Но рука открытая, чтоб я померила. Рукав открытый. Вот так вот хоть в магазин сходить, посмотреть. Ух ты, комбинезон какой. Ну, вот и все. Наверное. С пелериночками. Платьишки. Вот, вот такой размер. Full queen. Подходит на мою кровать. Ну, вот тут в сантиметрах нет. Но указан точно размер. $40. Я просто хочу стандарт. 86 на 86. 86 на 86. Интересно. Так мне понравились вот такие накидки. Такая она теплая. Full queen 90 на 90. Классная. Зеленая. Я хочу на Крисмас. $20. Вы знаете, такая теплая. Я вот сплю, я одеяло не надо. А, 90 на 90. Теперь возвращаюсь сюда и смотрю. 90. Ну вот, красная. Прямо даже был кинг. Я не хочу красную. Не хочу красную. Вот это, наверное, маленькая, видите. 60 на 70. Где-то они 90 на 90. Мой размер. Ну что, с обновкой я на Крисмас. Новое покрывало. Эти все-таки все маленькие. Вот это еще бы я могла. Люблю с позолотой. Ну, малюсенькая. Это полная. Вот, специальный магазин мне некогда идти, но для Сочи я купила добавочки. Формула Ultra Mega Fish Oil для костей, короче, суппорт. Liquid формула. Ну, в ее еду буду добавлять. Help Support, Healthy. Отлично. Сколько стоит? $17. Тут много. Здесь брызгалка есть. Не поливать же. Все, никаких игрушек, сочуля. Ой.
охота ведь купить. Вот, ждать засранка. Будет ждать. Ну вот за $3 я купила потягушки совушку. Она без пикалки. Потому что с пикалкой Сочи разделывается быстро. Тут можно оттягаться.